Дорогие друзья, уважаемые жители Солигорского района, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Эти праздники объединяют нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен. Уходящий юбилейный для Солигорска год был наполнен множеством ярких событий. Это было время напряженной работы, профессиональных успехов, продуманных и взвешенных решений. Наш район продолжил курс устойчивого развития, и мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой родины. Солигорск на высоком уровне провел международные спортивные соревнования вторых игр стран СНГ и достойно принял участников областного фестиваля тружеников села Дожинки-2023. И в этом заслуга каждого нашего жителя. Дорогие земляки, спасибо за ваш труд. Ведь главная сила, которая нас объединяет, это стремление достойно жить в едином, сильном и независимом государстве. Я убеждена, что в новом году, который объявлен годом качества, мы продолжим созидать, обеспечивая конкурентоспособность экономики, формируя чувство сопричастности к будущему страны и ответственности за труд, обеспечивая качественное образование, здравоохранение, культурный и спортивный досуг ради общего блага. Друзья, от всей души желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и огромного счастья. Пусть эти волшебные праздники согреют теплом каждый дом и каждую семью. С новым 2024 годом! С Рождеством Христовым, дорогие земляки!